глава городского округа Виктор Петрущенко провел выездное совещание на территории комплекса из 3 жилых домов на улице Московской, строительство которых ведется в рамках губернаторской программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Общая готовность 50%. По наружным сетям у нас с вами электрика, канализация, сантехника. Водопровод, все, да? Водопровод. Все проложено. Да. Во все 3 дома уже сделано воду. А здесь пролет еще второй. Ну, здесь монолит. Вот, ну да, ну я говорю, здесь монолит. Здесь монолит будет перекрываться, да. Потом. То есть это не мешает им возводить уже стены третьего этажа. Это первый опыт администрации округа по строительству сразу 3 домов. Работы, которые ведет выигравший конкурс «Техпромстрой-13», начались в октябре 2018 года. Планируемый срок сдачи – октябрь текущего года. Компания «Техпромстрой», они себе зарекомендовали с положительной стороны. Они строят по всей Московской области. На сегодняшний день есть у нас уверенность на 99%, что к концу октября месяца мы сдадим эти все 3 дома. Будет 59 квартир, 38 квартир – это наши квартиры. Мы переселим людей с домов аварийных. И 3 квартиры еще будут в этих домах отданы этим людям. Вы знаете, что у нас есть, или вернее, можем уже сказать, что это были обманутые дольщики. Это был Изумрудный город. Там было 7 человек. 4 человека получают компенсацию, и 3 человека изъявили получить эту квартиру в этих домах. А остальные квартиры с застройщиком будут продаваться. В настоящее время выполнены все подготовительные работы. Уже ведется кладка наружных стен 2 этажа. Закончена работа по техническому присоединению от трансформаторных подстанций по границе участка системы электроснабжения. Подведены и смонтированы внутриплощадочные электрические сети. Выполнены врезки в тепловой камере и системе наружного теплоснабжения. Строителями начато устройство стен и перегородок 1 и 2 этажа. Ведется подготовка внутренних помещений под монтаж, и с 1 июля 2019 года на объект уже зашли отделочники. На стройке работает огромное количество техники. Работа кипит, ведь сроки сдачи домов не за горами. Валерий Маркович, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.